Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги. Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который все время на вашей стороне. И всегда будем на вашей стороне. И с нашей эмблемой, и с нашим девизом «Завожу в хаплаке мертвых, разбивая молнии», с нашим гуру-учителем Психфармовича. Сегодня разбираем очень важный и практический вопрос. Как понять, у вас паническая атака или артериальная гипертезия. Мы предлагаем вам легкий ответ на этот вопрос. Вам не нужно будет обращаться к специалисту, к которому вам не надо будет обращаться. Почему такая проблема возникает? А, потому что при паническом расстройстве тоже может наблюдаться во время приступа паники повышение артериального давления. Почему это так? Обратите внимание, норадреналин. Это один из тех нейромедиаторов, которые используются не только в центральной нервной системе, но и регулирует тонус сосудов, в частности он суживает сосуды, ну и соответственно повышается артериальное давление. Надо вам сказать, что повышение активности норадреналиновых нейронов это довольно характерная ситуация при панической атаке. Как возникают панические атаки, много раз рассказывали. У человека, который склонен к паническим атакам, у него плохая активность серотониновой и системы. Серотонин, гамка это гамма-аминомасная кислота, серотонин это серотонин, это нейромедиаторы, которые используются в двух самых важных тормозящих системах наших нейронов. Ну и если они работают плохо, то другие нейроны активизируются, в том числе и норадреналиновые. Ну и за этими норадреналиновыми нейронами лежит множество неприятных ощущений вот за этой головой гидры. Ну, в частности, ощущение нехватки воздуха, могут наблюдаться ощущения зажатости, боли э в грудной клетке даже, может э ощущаться головокружение э и подъем артериального давления. Ну, потому что повышается активность норадреналиновых нейронов надо вам сказать, что здесь очень помогает следующее. При панической атаке это все кратковременно, потому что панические атаки обычно длятся где-то ну, там несколько минут, ну скажем, до получаса. Чаще всего это несколько минут. Ну и соответственно, если у вас повышается артериальное давление только во время панической атаки, то вам дорога лежит к психиатру. И психиатр назначит вам препарат, который повышает активность серотониновых нейронов, селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Но во всяком случае должен вам назначить. Назначает-то они много чего разного. Ну и тогда повышается активность серотониновых нейронов, и э, тормозящая система восстанавливает свой контроль над другими нейронами, активность норадреналиновых нейронов упадет, и все будет нормально, панических атак не будет, и подъема давления не будет. Но Скажет мне, скажет любой зритель: а вдруг за то время, пока поднималось артериальное давление во время панических атак, ведь они бывают довольно часто, вдруг это плохо повлияло на состояние моего сердца, моих сосудов. К счастью, это не так. Проводилось даже специальное роттердамское исследование, проводили в Нидерландах. Но ну, и обратите внимание, Брали больных с тревожными расстройствами и изучали у них риск развития инсульта. Доказали как дважды два, что риск развития инсульта не, ну, риск развития инсульта у них не повышается и понятно почему так, потому что кратковременный подъем артериального давления, в общем-то, эта вещь она характерная для любого человека. Вот попробуйте, если даже вы здоровый человек, ну, проделать какую-то физическую нагрузку. У вас повысится артериальное давление, ну и оно может повыситься даже свыше 140 на 90, что считается границей нормы. Но ничего страшного в этом не бывает, потому что это явление временное. Еще почему ничего страшного не бывает, их к кардиологу бежать не надо, только к психиатру. Ну, потому что вот эта самая симпатическая система, вот этот норадреналин, это только часть регуляции тонуса сосудов. Потому что есть и другие системы, которые более важные. Вот здесь они изображены. Это все довольно очень сложный механизм. Мы их касаться не будем. Вот они очень и очень важны, хотя бы потому, что именно на них действуют современные препараты, которые снижают артериальное давление. Так вот, у гипертоников, конечно, вот эти системы никак не задействованы при паническом расстройстве, ну и, соответственно, никакой опасности для вас нет. Другое дело, если вы намеряете много раз, и у вас много раз давление высокое. Вот если и вне панических атак тоже давление высокое, то это, конечно, артериальная гипертензия, потому что это стойкое повышение артериального давления. Для простоты померили артериальное давление выше 140 на 90, 140 это систолическое артериальное давление, или, как говорят в народе, верхнее, 90 это нижнее диастолическое артериальное давление. Так вот, если любая цифра превышена, еще подчеркиваю, любая, систолическая или диастолическая, то речь идет об артериальной гипертензии. Если вы фиксируете это несколько раз в течение недели, есть разные рекомендации в течение двух недель или да, до одного месяца, то, конечно, тут надо вам обязательно идти к кардиологу. А вы мне скажете, а что же тут будет? Вот я буду терпеть две недели или месяц, буду мерить артериальное давление, а вдруг со мной в это время случится инсульт? Нет. К счастью, ничего не должно у вас случиться, потому что артериальная гипертезия так быстро к своим вредным последствиям не приводит. То есть много лет надо страдать артериальной гипертензией для того, чтобы развился инсульт или инфаркт миокарда. Вы скажете, ну а как же так? Ведь у меня, например, был друг, у которого возник инсульт на совершенно ровном месте, Бывает такое, но на самом деле это бывает от того, что человек не мерил у себя артериальное давление. Померил бы он у себя артериальное давление раньше, все бы было абсолютно нормально. И, ну и начиная с определенного возраста, давление в общем лучше мерить дважды в день. Единственное, что тут надо сказать, когда вы будете измерять артериальное давление, нужно придерживаться определенных совершенно принципов. Ну, во-первых, нельзя принимать какие-либо препараты. Вот здесь эти принципы показаны. Нужно измерять при, скажем, в нормальном состоянии покоя. Нельзя курить, нельзя пить кофе или даже чай перед тем, как измеряется давление. Вы должны находиться в состоянии покоя. Нельзя использовать препараты, которые повышают артериальное давление. Нельзя использовать физическую нагрузку. Надо выбрать руку. В общем, целый ряд есть премудностей, но не в практически простых. Кстати, посмотрите, у нас есть плейлист, называется артериальная гипертензия. Все там эти премудрости, они подробно разбираются. И вот если вы действительно все правильно технически измерили, и у вас есть стойкое повышение артериального давления, милости просим, вам нужно идти к кардиологу. Вы меня спросите, а как быть, если есть и стойкое повышение артериального давления, и повышение давления во время панических атак? Тогда придется лечиться у двух специалистов у кардиолога по поводу артериальной гипертензии, а у психиатра по поводу панических атак. Вот, собственно говоря, к чему сводятся наши простые советы. Как всегда, я вас прошу подписка, лайк, комменты, чтобы эта информация двигалась по интернету и по YouTube дальше. Ну и хотите отблагодарить нас за этот ролик, в описании вы найдете реквизиты счета. Помните о том, что мы для вас сделали специальную экспресс-экспертизу вашего диагноза и лечения. Я думаю, что это вам очень и очень может помочь. Описание этого метода, он очень простой, вы найдете вот в этом ролике. До новых встреч!